Сюда, и бедра все в глину, и в песок все. Вот сюда вот ставь рядом. Там песок еще. Привезли кирпичи, он ничего не приготовил совершенно. Глина там же стоит. Глина там. Нет, у него глина. Так, Василий, зайдем сюда. Ты знал, что тебя надо ремонтировать, а почему ты ничего не убрал тут? К печке-то подхода нету. Смотри, с этой стороны у тебя вот здесь все висит. Гляди сюда. Дальше заходим. Зайди сюда. Заходи. Ты скажи мне, как я к печке могу подойти в таком состоянии? Да сейчас я уберу все. Да почему не убрал-то? Сейчас уберу. Он ночевал-то у Сергея. Ну, да... Я ночевал у Сергея. Ну ночевал, до этого-то был здесь. Смотри. Так я же не знал, что приедете. Блин, ящики разные, там вообще подойти нельзя. Я же не знал, что вы приедете. Ну ладно, не знал. А вот у соседей яблоки вот эти, почему они пропадают? А это мои. Твои я почему не собрал? Да... Ем. А? Откуда? Ем. Что он говорит? Ем. С куста прямо ест. С куста ест, да? Да, с дерева. Вообще здорово. Я считал прототип, вот, который к советской власти пришли. Говорит, они, которые лесу найдут там какой-то, притащат дерево. А тут русская печь. И они окно выставляли, и она горела, они постепенно печку заталкивали. Не пилить, не колоть не надо. Это примерно такое дело. Ты голову разобьешь вот этим. Открой хотя ее. А это зачем тебе, городушка? Да не знаю, притащил так. Побрякушку. Зачем? Куда ты люстру-то? Смотри, маленько. Так, вытаскивай все оттуда. К печке подход сделать надо. Помоги мне, брат. Ну не убрать, он не сдал. Я, бля, что дрова-то не поколол? А думал уходить. А что ничего не посадил? Додумал уходить, ничего не посажено, лето прошло. Это не просто лень, тебя тут нету, тут одна лень с большой буквы. Женского рода, как будто жена твоя. Ой-ой-ой. Такую печь я не видал еще ни разу. Духовка выше головы. Летняя печка. А зачем он ящик тебе это? Ну как зачем? Ну я спрашиваю, зачем он нужен, когда ничего не ложить, ничего нету. Почему ложу? Ну убирай. Вот это тоже убери, там что есть. Начинаем оттуда. Вот посмотрим, где пора. Есть или нет у него где-то. Ничего нету. Ни одной нигде нету проникнуть. А надо искать, долбить. Но... Давай сюда. Так. Вот эта плита не на чем держится, убрать ее. Помогайте. Кружки убери и схвати сюда. Не надо, будет трогать, не надо, та есть. Сюда. Так, а это убрать, посмотреть. Мусор убрать. Ага. Вон она куда, вниз, вон я вниз, чтобы здесь что-то у них готовить. Видишь, как сделано. А теперь дальше туда, куда идет? Василий, лезь туда, под эту вот, свети. И посмотри, куда она идет там, в каком месте. Смотри, рукава тебя... На какой высоте, вот. Рукава замораешь. Куда идет дальше-то? Огонь вот куда идет, под низ, а потом дальше куда он поворачивает? Не надо, зачем тебе пачкать? Знаю, ну ты рукой, ты наклонись сюда, вот этой рукой левой. Да сейчас. Сейчас он, ты переоденься, чистая, то сними. А у него же чистая куртка-то. Я ничего не могу тогда делать. Вот идет. Вот. Куда? Вот. Да вон он, огонь идет под низ. Кого-то убери руку-то, убери. Посмотри, покажи. Огонь я идет под низ. Да почему под низ-то? Вот куда идет. Вот. Ну обожди, убери. Вот. Вон, видно. Ага. А под низ что идет? А это поддувало там. Поддувало там. Ну поддувало-то зачем под это, когда здесь еще туда уголь? Да длинная поддувало. Зачем эта решетка вот эта? Ну это колосник. Колосник это. А то колосник дыбом стоит. Да. Не видал. Это вообще.
Ну я топил там, там вот это, за, вот это стекло за калашником. Стекло надо убирать, Вась. Давай, ведро помидоры сложим. Ведро. Я молоток нашел. А что он без ручки-то почему? Без ручки. А? Ну без ручки нашел. Конца края нет твоей лени. Ты вообще ничего не касался нигде, ни разу. Да ручка была, слетела, я так и бросил. Ужасно, прожил жизнь все равно. Я ничего не могу понять, еще куда она у нее идет. Он говорит, здесь я просто, он здесь топил, чтобы не здесь топить, а вот здесь топить. Он здесь топил. Ну вот видать дырку-то. Видели дырку-то, да? На дырочку-то вон она, вон она. Помидоры. Ведро под помидоры, давай стекло надо убирать будет. Мешалка будет. Палочку какую-то надо заменить. Стекло будет мешать? Да, оно не нужно, ладно тогда. Тут и непонятно, куда оно идет, а здесь-то ничего и нету. Если туда оно идет, еще раз покажи. Ну а колодцы с этой стороны. Там надо смотреть, куда поворачивать надо. Колодцы-то вот с этой стороны. Ну вот. Показывай, где? Вот. Вот где. Ну где здесь-то? Ну здесь, я же не знаю, не понимаю. Вот, ну, вот здесь, да что, всю стенку выламывать? Ну я не знаю, где они идут тут. Если так, бы я, принеси был, палочку, я-то надо замерить, какая высота. Если там... бы я печник был, я бы... Да не хоть ты был бы печник, еще замерз. Вот здесь, вот. Вася, Василий Николаевич, давай. Палочку вот такой высоты дай, чтобы замерить, куда она идет. Вот линейка. Вот такой высоты, ты слышал два мое слово? Палочку высоты а, такой, палочка. Чтобы я мог замерить и туда прийти. Метра-то нету у тебя. Ну палочка, линейка вот. Вот еще одна. Вот такой высоты, Вань. Это еще не даст. Так, вот это надо тоже убрать. Мы не определимся туда, куда огонь пошел. Потихоньку не ломай, это на которой стоит. Ты не забудешь, как, какая лежала? А, да нет. А ну-ка давай теперь. Вот это. Подсвети маленько. Подожди, Ленечка. Ты, брат, переоденься, а тут заморачиваешься. Там, туда свети. Дальше-то куда пошла? Дальше ничего нету. Она то ли вверх пошла, вверх вроде бы. А зачем тогда туда вниз, яма туда вниз идет? Ну, может, ну да, там что-то есть, да, она. Да за... вот это. А? Вот это, железка. Ну, еще она железка. Ну, до нее это, прогреваться вот это. Железо это прогреваться тоже. А потом куда огонь идет? Ну, куда-то туда идет, я не знаю. Ну, туда идет, да, туда в бок идет. Идет, идет. А ну-ка, рукой туда пощупай, куда дальше идет? Такая в чистом, куда? Переоденься. Ну, Василий, ну не годится так, мы договорились. Ну, жаль, я полезу, я чисто. Твоя печка-то. Ну, куда идет-то, ничего не понятно. Эта печка тут... Нет таких печей, это самодельная. Она не топится, ничего. Ну-ка, Сергей, попробуй пошатать и вытащить. Она вот еще ниже. Она вообще у него не... Она не топится, а печка задвинута, Настя. Как она будет она топиться? И не выгнивает. Василий, а ты эту задвижку открывал? Ну. Ну, открывал когда? Нет? Ну, открывай. Ну, зачем ко мне тащишься? Ты я тебе дам молоток свой. Это мой инструмент. Одень куртку вот эту вот, одень. Понимаешь, сколько времени тратится? А эту сними. Совершенно не готовился ничего. Ну, поскорее маленько-то... Время-то идет. Вот и вытащи задвижку. Ну, надо стул, наверное, на стул. Я к ней не могу даже подобраться. Стул поставь или как? Да. Ну я надо убивать, я ее заколотил. Так себе человек настроил. Да заколотил я ее надо выбивать. Заколотил? Но. А зачем? Холодно. Ну. Чтобы щели не было. Чтобы чего не было? Щелей не щелей, было. Чтобы не было. Холодно же здесь. Топить ну, лень, щели. Так ты ее вытаскиваешь, или я поеду назад. Это не годится так. Он ее заколотил, а я приду. Молотком надо постукать. Молотком надо постукать ее. Дайте молоток. Молоток. Ну вот, Василий, молоток, колоти. Я свой не дам. Мне работать ему.
Надо вот это убрать, сука, и напротив встать, тогда легче будет вытаскивать. Он так сбоку дергает. Да нет, я дергаю это сюда. Или вот сюда вот вставить, это рычагом ее маленько. Так, пусти, слезь оттуда. Василий, лезь, открывай, ты хозяин. Не надо это придуряться. Взял за колокольчик. Так, слушай. Ты отломишь ее, вообще ее тогда не отряд. Не надо это делать. Надо залезть и тащить. Да не. Залезь, на стул надо. Иди, чтобы она не ударит рукой. Сережа, она то ударит. Все. О, открыли. Так, вытащи дальше ее. Она должна быть совсем вытащена. Так, здесь теперь оделся, вот сюда руку суй. Подсвети ему туда. Левой рукой, сань сюда, вот я где стою. Туда надо рукой узнать, куда дальше дым идет. Вот сюда кверху идет или нет. Я пачкаться не буду, потому что далеко до дома ехать. Дальше туда. Кверху идет, нет? Наверх. А? Дыра, есть, нет? Упор тут. Упор. Упор. Упор? Ну-ка, подожди-ка. Слушай меня внимательно, что я буду говорить. Вот ты сейчас а куда же туда куда-то пошла? Ну а дальше-то куда? Да. Посмотри там. Я же, ну такая печка, ты начал ломать, она вся развалится у него. Таких печек нету, ни в одной конструкции. Он сам себе человек делал, и духовка на уровне головы. А духовка должна быть около самого пола. А я не могу найти. Он не может найти, а куда я буду долбить-то тогда? Я ничего не могу сделать. Куда-то сюда, наверное, пошла. Ну а куда туда-то? Да докуда? Ну тут везде упор. Только туда. Ну а куда дальше? Там дым-то пошел. Вниз туда или куда он дальше? Да я говорю, везде упор. Сюда. Мы договорились, что в канал определяете, лезете вы. Я пробиваю, только прочищаю и все. Ну чем мне это нужно? Я наглотался за свою жизнь. А везде упор. Везде упор. Ну значит, она идет в бок и вверх, видимо, или туда куда-то уходит. Слушай, смотри, что показывает Вова Владимир. А вот. Все, нашел. А куда пошел дым? Вот сюда уходит. Как, он поворачивает вот так, а потом туда? Сюда. Ну то допустим так ты говоришь. Дай-ка это. Ну тут везде упор. Там кое-как достал до края. Ну-ка пойдем с этой стороны. А вот это зачем тебе? Да, хотел столик сделать. Начинаем долбить. Тут что-то надо подстелить или еще. Непонятно. Если отсюда есть, куда нам может идти? Сюда. А где она обогревала духовку? Где горячая была? Ну вот здесь было горячая, вот. А духовка, потрескана. Внимательно слушай, где духовка грела, в какой части грела, сверху, снизу, с боков? Ну, здесь больше вот. Здесь горело, да? Ну, больше здесь и внизу. Внизу и сбоку вот. Ну, хорошо. Значит, дым как это вот так вот отошел, да? Мы выбиваем и сами не знаем, что делаем. Совершенно непонятно, где ты. Так может по звуку определить. Но люди, которые делали, они думали или нет, как чистить-то ее вообще печь-то? Ни одной прочистки нету. Ровно за штукатурина, где? Нет, простучать может по звуку определить, как. Ну, постучи, определи. Возьми что-нибудь, постучи. Давай, покажи, где прочистка у нее.
врач так выстукивает в сердце. Слушайте, где пустота, скажи, где можно пробиться? Он говорит, чтоб мы слушали. Слушайте где? У него здесь она не на ребро, на пласт лежит, это выбивать будет очень трудно. И люди, которые это делали, они же тоже что-то думали. Вот здесь пустота. Может быть, так оно идет у них вот здесь вот. И вот так с двух сторон дым ее отхватывает и уходит. Сергей, взрыв встал. Так, Василий, уходи. Ничего-то нет. Ты так просто так балуешься. Уходи оттуда. Начинаем подбивать. Да кому снизу пробить? Сажа-то там. Сажа там. Нам нужно пробить, где у нее канал идет, а тогда уже определись. Где там? Покажи, пробивай. Давай, ты уже подсказываешь, это хорошо. Пробивай, сделай отверстие, где ты знаешь, чтобы меня не вобил. Все, Володя, потуши, ничего не надо.